Они терпеливо ждали своей очереди и, наконец, дождались. Несколько лет назад многодетная семья Коноваловых приобрела трехкомнатную квартиру в ипотеку. 1,5 миллиона для них сумма немаленькая, потому решили участвовать в госпрограмме по улучшению жилищных условий для граждан, которые живут и работают на селе. Результат превзошел все ожидания. Благодаря заветному сертификату семья Коноваловых сможет выплатить больше половины ипотеки. Они ждали этого 3 года и до сих пор, по их словам, не верят своему счастью. Сертификат почти на 800 тысяч рублей позволит серьезно снизить объем платежей и сроки выплаты. Для большой семьи это настоящий новогодний подарок, о котором они и не могли мечтать. Говорят, как только выплатят всю стоимость, устроят второе новоселье. Мне когда муж сообщил, я кричала громко, думала, соседи напугаю. Конечно, не ожидали, не рассчитывали, но прям вот эмоции перевоплощают. Спасибо огромное, конечно, это очень хорошая поддержка нам, погасить хотя бы половину суммы ипотеки. Общий объем субсидий – более 75,5 миллионов рублей. Из них почти 69 миллионов выделил федеральный бюджет и около 7 – областной. Минимальный объем выплаты – почти 235 тысяч рублей, максимальный – около 1,5 миллионов. Средства выделялись по двум категориям – для молодых семей и граждан, которые живут в сельской местности. Чтобы то жилье, которое вы сможете себе приобрести, построить за счет этих средств, чтобы оно было комфортным, удобным, уютным для вас, и чтобы в этом жилье, в этом вашем доме, квартире всегда царили мир, добро и любовь. С праздником вас! По условиям программы субсидии выделили из расчета средней стоимости квадратных метров на селе и количества членов семей. Деньги получатель может потратить на оплату ипотечного кредита, долевого строительства, покупки или строительства жилья. Единственное условие – реализовать их нужно в течение года. Мы ждали год. На самом деле это очень быстро. Мы даже не рассчитывали, что так быстро. Когда мне в пятницу позвонили, сказали, я даже не поверила, если честно. Всего в этом году по разным программам жилищные условия улучшили 617 семей на селе по всей области. Они получили более 500 000 000 рублей субсидий. В будущем такую работу обязательно продолжат, чтобы жители деревень и поселков не на словах, а на деле ощущали государственную поддержку. Дмитрий Шапкин, Дмитрий Наякшин, Ольга Кириллова, Область новостей.